от любого шороха, от любого движения она то же самое поднимается и начинает лететь, поэтому применить против нее самолет или там тракторный опрыскиватель, ну, какая-то часть, конечно, подпадет под воздействие средств защиты растений, но это очень маленький процент. С ней нужно бороться на ранних стадиях, первый, второй, третий возраст, там, когда еще она скулиживается, когда, так скажем, яды очень хорошо на них действуют,